Федеральный проект «Цифровой регион» стартовал в 2019 году. Он объединяет все технологичные системы для решения задач городов и сельских населенных пунктов. По словам губернатора Павла Малкова, любой цифровой проект должен приносить реальную пользу. Сейчас в регионе внедряют единую систему, которая объединит камеры видеонаблюдения по всей Рязанской области. Причем вот эта связка искусственного интеллекта и видеонаблюдения далеко не только работала с правоохранителями, не только общественной безопасностью. Ну, например, еще распознавание лесных пожаров, которые тоже прекрасно сейчас работают по видеокамерам. Это интеллектуальная транспортная система, которая очень быстро дает результат, мы убедили всех на своем опыте. Еще целый ряд других перспективных задач. Все это сейчас уже в работе. Все прекрасно показывает себя на практике именно реальный результат. Архитектура цифрового региона охватывает самые разные сферы. В такие инициативы активно вовлекают молодежь. Волонтеры принимают участие во всех проектах нашего региона, рассказал министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов. Проект «Цифровой регион» гармонично дополняет другую федеральную инициативу «Умный город». Он тоже сейчас реализуется в нашем регионе. У нас в этом году в рамках мероприятие «Умного города» прошло большое количество значимых таких встреч, где действительно удалось опыт других регионов узнать и, наверное, где-то поделиться. Я надеюсь, что в следующем году мы такое же мероприятие обязательно проведем в Рязани. Все в наших руках. Главная цель всех направлений федерального проекта – сделать жизнь людей лучше с помощью современных технологий. Сегодня на Рязанской площадке собрались представители разных проектов из 60 регионов нашей страны. На первом съезде координаторы мероприятия обсудили стратегические пути цифровизации социальной сферы и экономики. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».